Вот опять продолжение банкета. Зашла, вышла в какой-то... Это вообще непонятно что. Но, судя по всему, что-то спортивное какое-то. Непонятно. И что это? Что здесь, простите? Может быть, это для вертолетов. Скорее всего, какая-то площадка. Да точно для вертолетов. Только вот это вот, я не знаю, железное... Что это? Наверное, знаки, когда вертолет садится. Это точно для вертолетов. Обалдеть. Так, а вот только дорога опять куда-то идет. Я не знаю, куда мне идти. Вот тут еще какая-то лампа сигнальная. Не знаю, видно. А, это фонарь. Вот. Если я пойду вниз, я спущусь, откуда пришла. Вот, смотрите, пансионат, который нежилой. Вон там дядечка какой-то сидит. Один, единственный человек живой. Здесь сосны, пахнет прямо как во всем Крыму, когда гуляешь в парках, где сосновые рощи. Ой, как пахнет. Куда я вообще иду? Не знаю. Очень мне нравится тут. Блин, ну страшновато одной, конечно. Называется, куда Лен поперлась. Вот, смотрите, туда есть русло речки. Там, видимо, текла вода когда-то, когда было дожди. Вот. Идет дорога. Дорога. Ну, что-то мне кажется, очень далеко туда я не пойду. Далеко-далеко. Если бы я была на машине, это другое дело. Нет, я туда, конечно, не пойду. Но мне вот интересно, что за вертолетная площадка здесь. Обалдеть. Пойду-ка я обратно. Возможно, я больше ничего не увижу, но уже увидела много интересного. Напоминает Абхазию брошенную. Вообще ни одного человека. Ни одного. И заброшен... Нет, конечно, вертолетная площадка не заброшенная. Но, судя по всему, я куда-то залезла, куда мне не положено. Вот так. Еще раз. Пойду-ка я теперь вниз. Туда уже не пойду, откуда я пришла. Пойду вот по этой дорожке вниз и выйду к пляжу. Интересно, ой, как дышится вообще очень. Такая тишина. Даже солнце не светит. О, тучки набежали. Небо такое вот. Первый день сегодня. То все было жарко. А там вот какие-то ступеньки. Что это вообще? Ну ладно. Вот по этой лесенке я сюда пришла. Да, теперь я пойду вот туда. Вот пансионат, который пустой стоит. Как так-то? Как так-то? Пустой пансионат. В настоящее время в Крыму пустой пансионат. Это вообще чудо какое-то. Вот. Ну вот иду. Дальше. Вот. Проветриваются номера. Но там никого. Никого. Так. Какая-то машина едет. О, прикольно. Сейчас проедем. Так на меня посмотрели. Не знаю, куда они едут. И я куда иду, не знаю. Но они-то знают, а я-то нет. Вот, иду. Цикад слушаю. Ну, включусь позже, когда дойду вниз.